Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест за пределя, как быстро собрать Мэри для бездонаты с тактикой, которую я показал вам пару дней назад на сардельке, там в районе 100к силы. Сейчас мы будем пробовать в районе 500к силы. Понятно, с топовыми героями возьмем Зефира с собой, возьмем с собой Ворожея для отхила, ну и, наверное, думаю, Фрейю. Землеройку я брать не буду, потому что землеройка такой, знаете, герой под вопросом. Если в принципе все будет нормально, мы Фрей будем и так убивать. Фрей не должны попадаться там с особо мега отхилом. Ну, все может быть, поэтому делаем тест. Единственное, что я сейчас сделаю, я открою сейчас гарнизоны героев дополнительно, потому что у меня некоторые уже прокачками. Раз, два, три, можно было бы с одним зефиром пойти, но, блин, я что-то понимаю, что один зефир там вряд ли затащит. Так, есть. 7 героев открыли. Поехали, соберем нашего зефира сразу. Такой вариант. Плюс попробуем. Но по дамагу я не знаю, что тут. Прям по дамагу попробовать с молчанкой. Попробуем сейчас такой вариант и накинем ему. Так вот, пока хочу побольше молчанки поставить. Так, дальше у нас будет рейка вот такая вот для теста. И наш ворожей. Попробуем его с ремочкой, чтобы он сразу включался. Поставим сюда Рудольфика. В общем, такой вот состав. Рея, Зефир, ворожей. Первого левела героя. Ничего себе, бочка с истинной верой прям. Так, смотрим. И что мы видим? Мы видим писец. Ну, давайте будем пробовать разбираться с этим. Ставим Фрейю, ставим этого, ставим Ворожея. Поехали. Посмотрим, что у нас в итоге получится. 30-е прорывы. Сможем ли мы что-то сделать? Будет ли нам легче хотя бы пройти первый этаж? Ну, в принципе, сейчас более-менее относительно неплохо. Держимся пока что. Так, ну какой-то там прям жесткий феникс, что ли? Сотрите нули с выживанием, что ли? Походу, да. Вот попробуй его убей. Они издеваются, что ли? Ну, хотя у нас тут на Фрей есть недомогание хорошее, новое, новый талантик. В принципе, по чуть-чуть мы должны его просадить. Но это, конечно, писец. Насколько он живучий. Ну, отлично. И где моя победа? Че за фигня? Сейчас буду орать, если нам... А, смотрите, там остался супер пэт. Опять баги. Сейчас буду орать, если мне просто дадут поражение. 0 и все равно висим. Супер. Супер, просто вот мне вот это нравится.
просто кайф. Кайфую от этих багов в последнее время, но их просто дофигища. Не, все-таки дало нам дальше пройти. Так, Фрейя, Олгник, Зефир, Землеройка, Ворожей, Фобос. Тут 10 тысяч и тут 10 тысяч. Землеройка. Блин, знаете, вот стрёмно. Лучше пойти на эту пачку тут хоть. Потому что Зефира можно просто не убить. Если этого мы еще пробьем, Олгника. Ну, вроде... Вроде пока держимся, посмотрим, что будет дальше. Так, опять та же самая картина. Что за фигня вот реально? Что-то я не могу вкурить. Тоже другой супер питомец, но реально тоже бред. Короче, надо качать суперпаты. Самое интересное, что на него не накидывают молчанку. Он уходит. Блядь, жесть какая-то творится. Просто неубиваемые фениксы. Наконец-то. Ну, Фрейя 92 отлетает сразу. Нормально, 92 левела героя. Это мне нравится. 95. Бард. Ну, блин, 95. Камон. Это не 215. Всего лишь 95. Мы их нормально проходим. Ну, сейчас накаркаю, блин. Опять, смотрите, Феникс. Там какие-то фениксы, но я не знаю, откуда они берутся. Это просто жесть какая-то. Но Фрей отлетает на раз-два. Как-то странно очень даже. Мы еще и конкретно миссаем. Самое интересное сейчас будет. Сейчас будем полчаса долбить одного огника. Такое чувство. Пробиваем. Даже под молчанками мы его просто тупо не пробиваем. Мы попробуем другой вариант. Так, раз. Ворожея. В принципе, ворожея можно тоже пока не... Два. Три. Это как вариант против зеленой фракции. А, там у нас Бард еще есть. О, друзья, мы приехали. Я что-то Барда не видел. Думаю, что за фигня. Но Огника должны разобрать мы, по идее. Но это не точно. Посмотрите, сколько миссов. Не знаю. Вроде тактика там на мелком работает. То есть там реально она работает, мы нормально пришли. Но здесь я что-то очень сомневаюсь в этом всем. Ну хотя здесь, в принципе, у нас может... Сейчас просто тупо... Хилиться, не вижу там всего. Жесть, у нас ворожей проседает.
нормально от хила не дает. А, там недомогание у них, офигеть. Мне это нравится. Или у нас уже ворожая нету? А у нас уже ворожая ушатали. Это просто жесть, ребят. Просто чудеса, вот, знаете. Я захожу изначально, то баг словим, то чудеса творятся, барды, то есть, ну, как видите, особо это не спасает. На мелких, возможно, но к силе привязка однозначно есть. Я еще на основе тест сделаю, но там просто, это просто жесть. Я не знаю уже, что делать. Ну, если этим оставим, ну, ворожею. Уберем, поставим, ну, не знаю, давайте попробуем как вариант. Стеной веру. Ну, что я могу сделать барду? Нифига. Вроде бард и мелкий, но сделать я нифига не могу. Вся надежда на то, что мы убьем огника и доберемся до барда. Как вариант. Но огник у нас не проседает. То есть чудеса просто. И вариантов у нас других прохождений нету. То есть куда бы мы ни побежали, это писец. Бард — это зло. Даже с нашими... Хотя, в принципе, по чуть-чуть вроде пробиваем. Сейчас попробуем еще пару заходов. Не дает ему... Ну, новый талантик на Фрея. Реально дает хоть какую-то пользу. Но миссов, посмотрите, сколько у нас миссов. Мы просто бешено миссаем. А хоть наполовину его там пробили или нет? Да какой нафиг он отхилился дальше с бардом? Это просто тупо издевательство. Но можно попробовать, конечно, другой вариант. Можно попробовать против барда. Бард у нас какой серенький. Поставить сюда зеленую эмблему оракула. Как вариант, мы будем дамажить уже его. Но я думаю, вряд ли это нас спасет. То есть, как видите, здесь на такой силе герои пачки все равно стали реально жесткие. Так, сейчас у нас должно прилетать по барду. По идее. Что-то я вообще не вижу, чтобы там прилетало. Не, или прилетает. Что-то нифига не вижу, чтобы смотритель работал. Ну, а барду, в принципе, толку от этого дамага барду. Ему пофиг. Ему реально пофиг. По огнику мы просто тупо не попадаем. Мисс, 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 мисс. Да. Вот так, ребятушки, и живем. Однозначно надо брать хоть кого-то с собой. Ну, я не знаю. Сюда мы и бегаем, в принципе, ради того, чтобы получить Мэри. Многие бегают, поэтому... У кого есть Мэри, это уже намного проще. Ну а так, ну, сами все видите. Даже мы поменяли на такой силе героев. То есть поставили обычных гарнизонных. И просто нифига. Нам не хватает героев тупо для дамага. Что бы мы ни делали,
на чуть-чуть проседает. Дальше все. Сейчас попробуем еще разок как вариант. Надо просто писец. Я уже все, что хочешь, перепробовал. Ну, как видите, тактика работает, возможно, на мелких. Да, есть, но в топах все равно попадаются такие пачки, с которыми реально сложно воевать. Сейчас попробуем такой вариант. Такс. Попробуем надебафать их. Я уже даже не знаю. Хотя толку этого, думаю, никакого не будет. Хоть попробуем огника слить, как вариант. Ну, я думаю, вряд ли. Сейчас просто будет прилетать конкретно. Сейчас вот вроде дамажим, да, по огнику. Но у нас очень много миссов. То есть надо героев собирать на точность. Смотрим. Но вроде бьет. Пробуем с дебафами максимальными, заборами энергии. Может, это спасет хоть как-то. Он не будет включаться. В принципе, Шиара как вариант, что Барт работать не будет. Хотя они все равно включаются. Но я вам скажу, огника мы так конкретненько подсадили. О, щит! Мы это сделали, ребята. Видите, все-таки надо брать с собой дебаферов дофигища, просто не давать заряжаться. Но вы сами видите, что там стоит. И что мне делать против этого барда? Просто сосать лапу с моими героями. Он не набирает энергию нормально, а мы его просто тупо, мы ему нули и отхил даем. То есть на нем стоит, скорее всего, истинная вера. Мы можем просто сказать себе «до свидания». Просто «до свидания» сразу. IGG, спасибо вам за такого барда. Вы красавчики просто. Вот, просто красавчики. Ну, тут без вариантов. Что бы я сейчас тут ни делал, с такими героями я его не ушатаю. Я ничего ему не сделаю. Вот такие вот дела, ребят. Вот вам тест. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.